75 тысяч студентов, почти 3 тысячи преподавателей, 99 филиалов, один из них теперь и в Нефтекамске. Компьютерная академия ТОП на рынке образовательных услуг с 1999 года. Взрослым и детям здесь помогают освоить такие актуальные профессии, как системный администратор, графический дизайнер, разработчик программного обеспечения, специалист по кибербезопасности. Стать студентом может каждый желающий, вне зависимости от того, какими навыками он обладает. Мы принимаем детей, начиная от 4 лет и до 15. Мы принимаем детей от 16 до 21, то есть подростков, да, где в том числе параллельно запускаем такие проекты, как колледж. Ранее это называлось школьник-студент направление. И для взрослых это до 55 лет. У нас были, были и будут студенты 50 лет, 45, поэтому для IT это вообще не преграда, так скажем. Студенты занимаются в группах, но при этом преподаватель находит индивидуальный подход к каждому ученику. Этот принцип подтвердился на мастер-классе, прошедшем в Нефтекамске. Юные разработчики смогли воссоздать персонажа из популярной игры Майнкрафт. Бери высокий ворот, нет, ты прям удерживай. Держи шифт висай, нажимай на тупик, тяни справа его. Меньше чем за час с заданием справились все участники мастер-класса. Среди них мальчики и девочки младшего и среднего школьного возраста. Многие из них проводят за компьютером или смартфоном большую часть дня. Но о том, что они могут сами стать разработчиками игр и приложений, они даже не подозревали. Тут хочешь нового узнать? Как научиться строить приложения? В будущем я, может, даже смогу свою игру создать. Мы делаем Стива. Кто какого хочет? Я хочу сделать девочку Стива. У тебя вроде как очень хорошо получается, очень быстро. Есть какие-то сложности? Ну, сложности то, что надо двигать вот это все. И можно ошибиться, но нам помогает. Еще бы хотелось напомнить? Да. Что именно понравилось? То, что мы строили, то, что мы делали. Параллельно для родителей провели отдельное мероприятие. Руководство академии рассказало о перспективах развития рынка информационных технологий. Каждая профессия, она привлекает нас к тому, чтобы знать какие-то технологии. Даже вот, например, люди, которые работают кассирами там, в различных гипермаркетах, для того, чтобы управлять этой CRM-системой, кассой и так далее, там они получают вот такой большой учебник, и надо его прочитать, чтобы знать, какую кнопку нажать, что нужно будет сделать. С таким подходом многие родители были согласны. Они отмечают, что обучение в компьютерной академии ТОП – это отличная инвестиция в будущее ребенка. Мне кажется, что да, очень сильно можно заинтересовать и вообще новые знания получить, которые ему потом необходимы будут в будущем, когда они повзрослеют. Хороший подход, я думаю, сейчас в современном мире это должен быть современный подход. Вот, поэтому я думаю, да, я думаю, за то, что это действительно хорошее получится. Занятия проходят в современной аудитории, полностью оборудованной всеми необходимыми устройствами. Поэтому никаких дополнительных вложений не требуется. Всю технику студентам предоставят на месте. И можно выбрать несколько форм обучения, различных по продолжительности и цене. Это и курсы, рассчитанные на несколько месяцев, и полноценная подготовка, занимающая 3 года. По окончании все выпускники получают диплом, но самое главное – это навыки и возможность устроиться на работу мечты в ведущей IT-компании. Мы, так скажем, извините, скажу сленгово, да, топим за софт-скиллы и хард-скиллы. Для нас это очень важно, особенно для детей, где мы там на командообразовании с ними работаем, ну и среди взрослых также. Это будет, естественно, диплом со всеми прописанными компетенциями. По софт-скиллам мы проработаем это публичные выступления, это технический английский язык, знания его, да, работа с инструкциями. Бывает, что некоторые ПО пишутся только на английском инструкции, детям нужно тоже разбираться в этом. Ну и понятно, что это групповая работа. В компьютерной академии есть и летний лагерь. Школьники смогут узнать о веб-дизайне, 3D-моделировании, работе в графических редакторах, создании аудио и видеороликов. Обучать всему этому будут практикующие IT-специалисты. Это IT-практики, которые работают параллельно в IT-компаниях, которые заканчивали специализированное высшее образование. И нам не так просто попасть, на самом деле, даже если будучи хороший айтишник, у нас тоже есть свои испытания, которые проходят. Компьютерная академия ТОП в Нефтекамске расположена на 4-м этаже бизнес-центра в офисе 420. Получить консультацию специалистов, а также напрямую пообщаться с руководителями можно по номеру 8 967 731 60 92.